Так, запись плет, ну замечательно. Ну что, всем ночи доброго, уважаемые друзья и подписчики. С вами Николай Безфамильный. И как вы видите, решил я, так сказать, запустить на эмуляторе Nintendo Switch недавно вышедшую на эту консоль игру Super Mario RPG, так сказать. Да. Я поначалу думал, что будет, наверное, слив, как Super Mario Bros. Wonder, но этого как бы не случилось. Ну и давай нахрен с ним. Ну, как бы у меня ни цифровой, ни физической копии в наличии как бы нету, потому что мне тут через недельки-две должен Super Mario Bros. Wonder на картридже прийти и все такое. А заказывать пока что новые у меня не получится. Просто сейчас возможности нету. И да, так сказать, я заказываю игры на физкартриджах. Да, я понимаю, не все игры от Nintendo и сторонних разработчиков выходят на физкартриджах для Nintendo Switch, как бы, и все такое. Но по мне лучше как на кальке заказывать игры, потому что не нарвет час в один какой-нибудь прекрасный момент, у Nintendo бзик не взъедет нафиг, и она вас просто-напросто не заберет вашу приобретенную игру, так сказать, на вашей консоли. То есть ее цифровая версия. А то, что у вас игры будут храниться на картриджах, на физических носителях, это гарантия будет вам того, что у вас игру никак не отберут. Потому что она есть, все, у вас ее никто на физкартриджах не отнимет. А вот с цифровой, увы, могут забрать. Вот напросто. Итак, как многие уже поняли, это, так сказать, ремастер, или как многие там привыкли еще называть ее, ремейк с Супер Нинтендовской, или Супер SNES, или Супер Famicom, кто как привык называть ее. Вот с этой вот консоли Super Mario RPG, там тоже на Super SNES была вот эта вот игра. А это, можно сказать, ее либо ремастер, либо ремейк, грубо говоря. То есть, грубо говоря, она тоже на консоли Super Nintendo шла. У меня даже, по-моему, ROM есть, да, у меня тоже ROM есть для Super SNES и все такое. И ее вроде я как бы прошел, получается. Сейчас вот протестировать решил. Так. То есть так же, как на Super Famicom или Super SNES. То есть, грубо говоря, как и многие говорят, это ремейк или ремастер. Кстати, многие поговаривают, как вы уже вначале видели, она сильно отстает нафиг, как говорится. На оригинальной консоли вроде кто-то говорил, что точно такая же фигня и все такое. Но что-то я сомневаюсь, что на консоли вот такие вот сильно большое отставание вступление было и все такое. Ну вот, типа говорят, что даже не только на эмуляторе, даже на консоли, говорит, немного проседал, говорит. Ну, может, как говорится, обновлениями пофиксят, грубо говоря. Пока что обновлений у игры нету. Это что вы хотите, только базовый запуск игры. Ох, блин. То есть по сюжету там Боузер снова похищает Пич, Марио идет ее спасать. Вроде как ее спасает, но в замок Боузера врезается там меч, грубо говоря. То есть, как я уже говорил, это ремейк или ремастер, так сказать, игры Super Mario RPG для Nintendo. Super Nintendo. SNES, ну или Super Famicom, кто как привык называть. Русский вроде она не поддерживает, как я слышал. Хотя вроде... Ну, вот, большие лаги есть нафиг, и вот... Внизу у меня счетчик FPS показывает. То есть почти что до 30 он у меня не докатывает.
мило. Что за звук? То есть тут одно из двух, либо Боузера, либо Люстру надо было пиздить. Типа, а ты не радуйся. Если типа куда разогнался. Все точно так же, как и для консоли Super SNES или Super Nintendo или Super Famicom. Там точно так же самое. Да. Как я уже говорил, я игру для Super SNES или Super Famicom или Super Nintendo, как бы ROM у меня в наличии есть, я как бы уже его прошел, концовку, как бы я знаю. Да и на Ютубе тут недавно выпустили видеоролик со всеми боссами из Super Mario RPG для Nintendo Switch. Ну, тут местами даже до 60 FPS, но тормоза тут идут, как бы, большие. То есть вот он показывает, до 60 FPS доходит. А потом начинается пролагивать. То есть меч, который, так сказать, разбил там звезду какую-то и рассеял ее на несколько уровней. То есть по нескольким уровням раскидал вот эти вот звезды. Вот их нужно будет собрать, чтобы вот этот вот самый меч победить. А при этом нам еще какая-то кукла должна будет помочь. Как я понял. Ну, я бы как бы всех боссов уже видел нафиг. Они почти что все стандартные, как и на для версии Super Famicom, Super NES и так далее. Ну, в общем, для этой игры. Сейчас, секундочку, как вы видите. Чем еще надо? Шей зацепляет. Ой, я готов. О, он лысит. Так, сейчас погодите. Систем. Ну.
Ну, хотя Square Enix тут навряд ли русский язык будет, потому что игру чисто разрабатывала... Ну, нет, Nintendo вроде как издатель, а Square Enix эту игру выпускал вроде как, потому что там написано, издатель вроде как Nintendo, разрабатывал ее Square Enix вроде как. Square Enix, или как их там еще скворечники, блин, называют. У нас из России сварили. Да и сильно-то особо-то нужны они нам. Особенно знаю, что Square Enix... Извините. Знаю то, что Square Enix это еще те нахуй. Контора, как их там любят сами, знаете, называть. Если раньше они как-то еще были более-менее адекватны, то сейчас их как-то не очень особо-то. Да-да, я знаю, это сейф для сохранения, нахуй. Так, по-моему, в доме что-то надо взять. Сундук. Ничего нету. А, точно, уже спать повалил. Марио, подъем! Кто принцессу спасать будет? Чудило ты. Так, на всякий случай. Решили все-таки как бы классику воскресить и все такое. Я помню, что еще какая-то еще была на Super Nintendo. Super Mario Super, тоже RPG, так сказать, была там какая-то. Там, по-моему, Марио и Луиджи Супер Сага, или как правильно называлось, тоже типа RPG, так сказать, тоже типа пошаговая стратегия, грубо говоря. Там типа какой-то колдун, не колдун, не помню, короче, он у Пич украл голос, и эту, с этим колдуном вроде как разобраться надо было. Немного пролагивает, то есть текстуры немного просаживаются. Хотя кто-то мне говорил, она и на консоли то тоже иногда с просадами идет, как говорится. Но я точно уточнять это не буду, как бы, ребята. Ну, говорят, что на эмуляторе, что на консоли, говорят, просадки небольшие все-таки есть. Подожди, что-то забыл, что там делать-то? По-моему, что-то, наверное, опять в дом, что ли, зайти. Туда надо. Ты куда полез нафиг? Всякий случай. Мало ли. Нет. Так.
По-моему, сейчас еще с гумбой прикол будет. Вроде так себе идет. Что ты, ёлки-палки? То есть я, по-моему, не помню точно, по-моему, когда при максимальном уровне, по-моему, там, по-моему, не помню, при каком-то уровне. Просто на них напрыгиваешь, и их можно быстро, ну, это быстрый килл называется. То есть напрыгнул на них и замочил. Хп снимает, это восстанавливает 30 хп, пока еще рано. А, то есть пока еще уже посинее пошли. Все, под хп. Помазал. Две монеты. Все. Так, по-моему, подлечусь-ка я нафиг, потом мало ли. Скушал грибочек, подлечился. Да, тут бы они мне уже пиздец бы устроили. Я так все грибы сожру. Тут быстрыми сейвами уже не воспользуюсь. Типа не лезь.
Так. Теперь 19, следующего 29. Вот эти уровни получается. Гумбы здесь, походу, самый слабый. Да, гумбы самый слабый тут. Но они, сука, монеты не дают. Пидорасы мелкие. Так, подожди, с цветами что-то я не помню, что-то... По-моему, что-то... Там я не помню, что делать. Но из них, да, из них также что-то выпадает все равно. Пойдемте, а ну-ка пусти-ка. А ну-ка, Тодда, пусти. Вечно тот во что-то влипает. Так. Угу, понятно. Криво гумба. Еще угадай, у кого, так сказать, предмет скрыт еще у кого. А, тут не только стиками, можно и костовиной водить. То есть пытаюсь водить стиком крестовиной. О, ой, ты, блин! И сюда. А ну и сюда, гад. И сюда. По-моему, так. Спины, как правильно. А тут спайки вызовут. Ты, блядь, жирный. Ты, блядь, тоже жирный, пидорасы. Ой, ёбаные, еще и иглами кидаются, гады. Ну, лишний раз, конечно, подкачаться бы не помешало бы. Вот, гадами. Один из брат молотов. Ну, тут подкачаться немного надо. Потому что я помню, не помню, какой уровень у брата молота было. Но тут подкачаться надо немного. Хоть ты все эти посажешь нахуй. Так. Какие-то гады гонят. По-моему, да...
пущий гад, давай. Сейчас самое тяжелое начнется. В смысле, бесконечно что ли использовать могу? По-моему, еще и атаки можно учить. Если я не забыл. Тут самое главное не увлечься и со здоровьем следить надо. За полоской здоровья. Все, готов. Двадцать монет. Фу, джемп. А, вот молоток, по-моему. Ну, ой, ты что-то распрыгался. 1, 2, 3. Мелкий прыгает, тренируется. Не помню, где-то в каком-то... Стопёк, ты что носишься?
лягает. А вот, по-моему, лавка. По-моему, должна быть. Да, это лавка. 51 монета. Надето. Так, ну что у нас ФП восстанавливает? На всякий случай. Ну, у нас уже монет не хватает. Так, подожди, где-то тут сейф должен быть. Сохранение. А, вот он. Спит засранец. А, вспомнил нахер. Подъем, Марио. То есть отдохнуть, установить статус и все такое. То есть сбрасываются плохие статусы и ХП восстанавливается. Заткнись. Хорошее начало разговора. Шейтер в атаке идет. Кровать пич. Точнее, кровать принцесса. Это получается в ее покое залез. Excuse me. That's why I was in the pencil.
В Роме для Супер Нинтендо, по-моему, такого не было. Такой анимации. Марио просто рассказывал. Крайне два сидели и отлетели нахер. Удают нахрен. Сидели нахрен, два засранца. Ну это я уже без тебя понял, как делать. Марёся, как всегда, торопится. Не досуться причём, блин. Вкусы, что я цветы делают. Да и про монеты тоже. Опять пришли. Красавец. Пропустишь катсцены. Не допрыгнул.
это дедушки. То есть получается, рептилоид похитил монеты его дедушки. Я пропущу, блядь, действительно. Ну да, я помню, Марио поможет. Тут уже пошли. Тут гличи уже поехали, пошли. Так, подожди, где он у нас? Я пропустил я его. Гличей обратно. Нету гличей. А, вот он. Получается, когда он плачет, идет дождь. То есть погода портится. Когда он успокоится, погода стабилизируется. По-моему, карту нам дал.
Нога откусается. Конечно, будет локацию зачистить. Куда, гад? Просто, блядь, нихуя он больно ёбнул по ему. То есть цвет имени врага показывает, сколько у него здоровья еще осталось. То есть по цвету имени можно определить. Или нет, вроде, не помню. Немного лицо сложно поехал.
Блин. Ёлки-палки. Вот какие бесятся. Ёбаный. Что-то ребята жирные сильно. Ну вот эти что-то вы, ребята. Подлечиться надо. Постану. Блин. А, блять.
сказал, что тут бомба сейчас слабо будет. Уровень получил. Ёб твою мать. Это гад прячется. Thank you.
он трепиков, там его напрыгнуть надо. Пока он не видит. Блять. Самое интересное начнется. Ну, сейчас его пройдем, мы будем завершать, а тут уже час с лишним больше. Ну, ебаный. Хуя он жирный пидор. Загорелся. Ах ты пеник ёбаный. Thank you.
Твою мать. Первая попытка не особо-то удалась. Не до вас, ребятки. Да ешкин кот. Сбежать не дают. Что ты? Вот именно, что его со спины надо поймать. Он этого не видит. Да что ты, ёпки-палки? Опять не у того. Ну, зашибись, он еще и лечиться пошел. Thank you.
И на завтра у нас. Больно гады бьют. Аварию. Сейчас начался. Ну, больше пока сейчас наяривать не буду. Сохраню сейчас и все. Ну, в принципе, как-то вот так вот нафиг. Ну, пока сейчас сильно разгоняться не буду. Как говорится, до первого босса, а дальше уже... Ну, как уже говорил. Физический носитель и цифровую версию игры я пока взять не смогу по финансовой возможности, потому что мне сейчас деньги на другое нужны будут. Имея то, что сейчас скоро ко мне катыш Super Mario Bros. Wonder должен будет прийти и все такое. Так что пока сейчас денежки мне надо будет придержать. Может быть, в скором времени как бы я и Super Mario RPG закажу и все такое. Но там посмотрим. Но... Сейчас в данный момент пока буду уже завершать, как говорится. На сегодня пока что хватит. Ну а всем, как говорится, спасибо. До новых встреч и покеда. Пойду, как говорится, на массу добавлю.